Так, начинаем с Юпитера. Это Ганимед, за ним влезает в кадр Юпитер. Ганимед, сегодня я говорил уже, имеет размеры Марса. Вот эта маленькая беленькая точка справа имеет размеры Марса. Юпитер 139 тысяч километров в диаметре. Ганимед 5500. Дальше идет, не знаю, на экране будет видно, в окуляр еще видно. Европа практически спряталась за Юпитером или перед Юпитером, ее уже скоро будет не видно. Дальше идет спутник Ио и Ганимед. Прямо втроем они равномерно так распределились друг за другом. Прошлый дубль начал с Сатурна. Этот решил съемки автоматический режим. Настройки. Фотоаппарат Nikon Coolpix 5000. Потому что он очень часто спрашивает, что за телескоп. Вот они телескоп, это фотоаппарат. Объектив несменный. 125 крат оптического увеличения и 4 крат цифрового. Поехали. У нас сегодня полнолуние. Видите, какая красота. Ладно, сейчас сначала снимем Сатурн, а потом уделим внимание красавице нашей полной Луне. Ну, полной не в смысле, с немножко избыточным весом, а в полной красе. Полностью освещена. Все свои прелести показывает мне и комарам. Недельку до второго я уеду в Комарово. Комарово меня уже уехали. Нет, ну Сатурн просто, я не знаю. Две самые прекрасные, по-моему, планеты Солнечной системы. Ну, прекрасные в каком смысле? Характерные. Юпитер огромен. Огромным, он несопоставим по размерам ни с одной другой планетой Солнечной системы. Просто 139 тысяч километров диаметр Юпитера, 12 тысяч диаметр Земли, чтобы было понятно. На порядок больше. До Сатурна 1 миллиард 349 миллионов сейчас километров до Юпитера. Вообще, чего я каждый раз это сообщаю? Кто-то собирается отправиться на Юпитер, и надо знать, сколько жратвы в запас брать. Ну, в любом случае. До Юпитера 629 миллионов километров сейчас удаляются от нас, к сожалению, и Сатурн, и Юпитер. С июля месяца, с середины. Зато к нам приближается Луна. Не паниковать, это явление временное. 389 миллионов километров. А ну-ка сейчас попробуем. В одном кадре будет видно. Не будет видно, да? Ну ладно, что вчера было сближение Луны и Сатурна. Благополучно мною профукано. Снял я сближение Юпитера и Луны. Можно ниже посмотреть. А сегодня буду снимать еще парад планет. Продолжаю настаивать на том, что это парад планет. Я к астрономии не имею никакого отношения. Большие парады планет, малые парады планет. Я вижу глазами. Одновременно на небосводе по дуге расположены Юпитер, за ним Сатурн, за ним Марс, за ним Венеру. Ну что это как не парад планет? А плюс к тому еще Луна присоединяется, когда полная, когда растущая, когда убывающая. Я вчера еще и повод посмеяться себе нашел. О, про Терминатор прочитал. Терминатор полоса на
Луне, на Земле, где соприкасаются тень и свет, день и ночь, грубо говоря, на Земле. Эта линия называется терминатор. Вот, до полной Луны эта линия называется утренний терминатор. А после полнолуния, то есть после сегодня, завтра появится этот терминатор, он будет вечерний терминатор. Ой, не знаю, что меня тут так смешит. Вечерний терминатор. Так, что у нас тут еще? Терминатора можно сейчас не искать, поскольку Луна полная. Интересно, его склонять-то можно. Какой-то вы... Ух ты! Промелькнул. Лунатик по экрану. Да, любое насекомое, пролетающее перед объективом, на фоне Луны создает впечатление огромного массивного объекта, несущегося вдоль поверхности Луны с огроменными скоростями. Кратер Платон 100-километровый исчез из кадра за секунду. Можно, кстати, померить скорость углового движения. То есть 100-километровый кратер исчез за сколько там, за доли секунды. Натурально можно посчитать угловую скорость Луны. Чем же еще заняться после 16-часовой смены? Супруга меня спрашивает, что ты такой бодрый, а только со смены, чтобы было понятно, припедалил. И сразу сюда, натурально, говорит, 16-часовая смена, ты такой бодрый, что такое? Я говорю, ну я же на велосипеде. В общем, оставил супругу, по-моему, еще в большем замешательстве таким ответом. Ой, смотри, Аристарх, какой красавец. А вот же ответ. Вот же полная Луна. Откуда такой адреналин и бодреж? И вся ночь еще впереди. 6. Кто-то точно скажет, скажи, наркотикам нет. Но это точно не про меня. Это просто натурально адреналин. Никаких наркотиков, я даже курить бросил. Год как раз скоро будет, в августе, как раз на день рождения. Так. Ну что? Наверное, буду отключаться. И подожду чуть-чуть, пока взойдет Марс. И потом уже буду в 2 часа снимать. И хочу еще в 5 часов утра снять, как будет Луна садиться за горизонт. На фоне какого-нибудь пейзажа. Хоть какого-нибудь. Ну, какой-нибудь будет точно. Хотелось бы что-нибудь попримечательнее. Будем надеяться, погодка не усугубит вот эту дымку, которая явно наблюдается. Ладушки, у нас 22:53 по Киеву, в Харькове, 3 августа 2020 года. Я, наверное, не буду я Марса ждать, сниму в 2 часа его уже. Всем скопом. А сейчас пойду выкладывать это все добро в YouTube. Очень тупо. Не то. Ладно.